Ну почему я не чекист? Я был бы холоден и чист, как лед альпийский на помойке, даже в дружеской попойке не бил бы я лицом в салат, а был бы стойким, как солдат, имел бы всех и не кончал, и вечно баксы бы качал из каждой скважины и рюмки по тонкой ВЧК задумке, нашел бы точку в каждой йоте и вечно был бы на работе. Но липнет к морде тухлый лист. Я золотарь, я не чекист. А то-то был бы прецедент, ассенизатор президент. Мы все же делаем одно, черпаем вилами оно.